Владислав, что означает СТМ для Метро и какой вклад сейчас это вносит в общую стратегию компании? Ну, поскольку я отвечаю за СТМ, я, конечно, скажу, что это стратегическое направление для компании, но объясню почему. Потому что продукты, которые мы делаем в СТМ, они для наших клиентов, для нашей бизнес-модели подходят. Да? И мы таргетируем как можно большую долю продуктов СТМ в нашем портфеле. Сейчас у нас 17% доля всего по СТМ, и наша стратегическая амбиция продолжать это расти. Сколько линеек, сколько SKU примерно? Если точно в ассортименте сейчас 4000 SKU, плюс-минус, развивается, мы постоянно добавляем, но мы также убираем неэффективные продукты, которые не сработали, мы не боимся пробовать, мы все время запускаем какие-то, и если это не так, как мы ожидали, то выводим. Но сейчас у нас более 4000 продуктов в портфеле. По соотношению, там, скажем так, по позиционированию, основной наш бренд — это Метрошеф, это такой самый главный. Мы его ориентируем на профессиональную кухню, на шефов. Все продукты, которые мы делаем под брендом Метрошеф, они прорабатываются всегда с профессиональными шеф-поварами, для того, чтобы они подходили под потребности профессиональной кухни, она со своими особенностями, но мы также делаем формат упаковки удобный для обычных потребителей тоже. Да, то есть тот продукт, который мы сделали для шефов, для профессиональной кухни, также могут использовать обычные потребители. Вот. Там же есть бренд Metro Professional, но это не продукты питания, а все, что связано вот с принадлежностями для кухни. Есть наша кофейно-чайная история, бренд Rioba, такой особый. И, конечно, у нас есть базовый ассортимент, такой самый простой, самый понятный. Это бренд Ara, самый старый, самый известный по всем опросам. Все наши потребители узнают или нет. Если говорить про соотношение СТМ и брендов в ассортименте, то как сейчас, какие категории, скажем так, наиболее, может быть, СТМ-зависимые и наименее СТМ-зависимые? Ну, мы стараемся поддерживать баланс в соответствии со спросом и потребностями клиентов, потому что если анализировать потребности клиентов, иногда она имеет выраженную потребность иметь определенный продукт от определенного производителя. Мы с уважением к этому относимся. Вот. Но даже в одной и той же категории мы можем держать и продукты производителя, и продукты собственно торговой марки. И здесь, можно назвать это принципом здоровой конкуренции. То есть, когда мы даем преимущество через СТМ, либо через цену, то есть понятно, что производителю не нужно вкладываться в маркетинг, в продвижение, и за счет этого продукт такого же качества будет стоить дешевле. Либо мы создаем продукт с дополнительными свойствами, которые вот направлены на особенности именно профессиональной кухни, и зачастую это качество может быть выше, чем то, что можно найти от производителя на внутреннем рынке. Вот момент, когда у нас бренды уходили, вы как-то использовали для себя, чтобы что-то застемить и выставить на полку? Или это не сильно заметно, скажем так, получилось? Да, уход крупных производителей, которые создавали высокую зависимость от своих брендов, создал возможности для развития собственных торговых марок. И, естественно, у нас был такой достаточно бурный рост в 2022-2023 году по доле собственно торговых марок в наших продажах. Мы там каждый год по несколько процентных пунктов добавляли. Кстати, я не ответил на предыдущий вопрос про СТМ-зависимые категории. У нас есть несколько категорий, которые практически на 100% состоят из продукции собственно торговых марок. Это, например, одноразовые принадлежности, потому что это потребность, они забрендированы или дебрендированы, да, то есть там одноразовые стаканчики, тарелочки, вилочки и так далее. Все, что нужно для упаковки готовой продукции, для ее доставки, очень развивается этот рынок, направление, то, что нужно для фастфуда, вот это вот наша тема, которую мы создаем сами вместе с производителями, но по потребностям для наших клиентов. В глубокой заморозке очень высокая доля собственных торговых марок. Мы короли френч-фрайс, картошки фри, да, на этом рынке, и она только от наших собственных марок, то, что мы привозим или производим с производителями здесь. Это как пример. А
Если все-таки еще немножко вернуться, все-таки еще разочек, к ценовой политике ваших СТМ, то вот на что вы опираетесь, когда вы решаете, в какой запуститься категории? Вы уже сказали, что вы стараетесь дать дополнительное качество, там что-то еще. Цена насколько сильно сейчас роляет вот в этом запуске? Особенно в текущей ситуации, когда наш основной клиент – это ресторанно-гостиничный бизнес, где рост так называемого фуд-коста, то есть затрат на, собственно, ингредиенты, из которых блюда готовятся выше, ну, инфляция выше, чем в среднем у потребительских продуктов, потребность, возможности сэкономить возрастает, да? Поэтому, да, у нас есть класс продуктов, которые построены по принципу, мы делаем хорошее качество, но имеем возможность продавать его дешевле, чем бренд-производитель. Но у нас есть много продуктов с добавленной ценностью, которые имеют свою премию и в ценообразовании тоже. Потому что в конечном счете, ну, например, если в замороженной продукции, которую уже сегодня упомянул, там есть такой незаметный фактор, как процент глазировки, да? То есть при разморозке вес готовой продукции, качество готовой продукции может отличаться, хотя вес на упаковке, казалось бы, один и тот же при сравнении вот один к одному. Поэтому у нас есть продукты с добавленной ценностью, и мы знаем, что наши покупатели готовы, как сказать, оценивать и покупать продукцию более высокого качества, естественно, в некотором смысле по справедливой цене. А тогда отсюда вытекает вопрос, как вы контролируете производителя, как вообще вы отбираете производителя для своих СТМ? Это очень важный для нас процесс. Мы очень внимательно относимся к нашим производителям, к процессу отбора и так далее. С одной стороны, он стандартный, если вы поговорите с людьми, которые занимаются, собственно, торговыми марками, там плюс-минус один и тот же набор шагов, которые требуются. Да? И наши требования, безусловно, связаны с качеством. Мы проводим аудит производства, и аудит производства нужен для того, чтобы не только оценить качество конечной продукции, но и минимизировать или исключить риски возникновения каких-либо проблем, включений и так далее. То есть аудит производства – это важный этап. Все контрольные образцы получаем, когда партия производственная, мы сдаем в лаборатории. То есть до того, как продукт попадет на полку, мы его несколько раз перепроверяем, чтобы убедиться, что то, что получат наши покупатели, соответствует тому, что мы задумали изначально и по органолептическим характеристикам, и по требованиям пищевой безопасности. А как вы контролируете все это дело? То есть вы приезжаете и насколько часто? Да, это физический аудит производственной площадки. Именно поэтому мы всегда должны знать, где непосредственно происходит производство. Происходит аудит производственной площадки по определенным стандартам. Коллеги говорят, что они плюс-минус на рынке у всех одинаковые, но все-таки наши стандарты чуть сложнее, потому что они международные. По всем международным чек-листам происходит аудит. И это проводит либо внешняя аудиторская компания, либо сертифицированные аудиторы, которые являются сотрудниками Метро. Это также делается. Вот то, что вы производите СТМ, а какие преимущества это может давать вашим клиентам, B2B-компаниям? То есть что-то вы можете на чем-то им сэкономить или что-то им эксклюзивное дать? Какие вы преимущества могли бы выделить? Да, ну, два ключевых преимущества. Самое главное – это про качество. Для профессиональной кухни важно стабильное качество, чтобы продукция от партии к партии вела себя одинаково, потому что шеф прорабатывает блюдо, и ему важно, чтобы каждый раз продукт вел себя одинаково, для того, чтобы вы приходите в ресторан, и из раза в раз вы, если заказываете одно и то же блюдо, оно должно быть приготовлено одинаково. Это очень зависит от тех ингредиентов, из которых происходит приготовление. Поэтому нам вот эти вот элементы качества и наше понимание качества – это не только наличие сертификата, и соответствие этому, да, но и вот более широкое понимание по свойствам продукции. И второе преимущество, которое мы даем, это, безусловно, в некоторых продуктах это цена, то есть возможность иметь гарантированное качество по более низкой цене, чем от производителя. Это нормальная, на мой взгляд, политика по СТМ. А если говорить о будущем, то какие новые тренды в сфере СТМ ваша сеть планирует использовать?
вот я на сессии тоже буду рассказывать про тренды. На наш взгляд, тренды сейчас про добавленную ценность. То есть, если несколько лет назад собственно торговые марки и розничных сетей, и, может быть, даже таких вот поставщиков, производителей профессиональных, они были ориентированы на самую низкую цену. Да? Давайте за счет того, что мы избавим от маркетинга производителя, мы дадим очень низкую цену покупателям нашим, от производителя. Потом появляются бренды средней цены, так называемые copycats, то есть когда мы берем продукт какого-то известного производителя, делаем условно то же самое, ну, и продаем дешевле. Да. Ну, не чуть-чуть, даже вот, ну, там 15-20% дешевле должно быть обычно такое вот целеполагание. Но сейчас тренд на продукцию, ну, мы ее называем дифференцированной, то есть та продукция, которая дает какие-то особенные опыт или особенные свойства для клиентов, да? Что-то необычное, красиво упакованное, крафтовое, эксклюзивное, не обязательно премиальное, да, то есть там вот этап премиальности, когда золото по-черному, он тоже уже пройденный, да, то есть сейчас мы говорим о современной продукции, это первое, и второе, это, конечно, огромный тренд, огромный спрос на, в общем, наша внутренняя политика по защите здоровья и, ну, принципов питания. То есть мы не только не используем запрещенные добавки, но мы сами отказываемся от тех добавок, которые могут потенциально быть неполезными или нести вред здоровью нашим покупателям. И снижение сахара, снижение соли, то есть это такой тяжелый выбор, мы много беседуем об этом с производителем, потому что, ну, условно говоря, если продукт становится менее сладкий, он как бы менее вкусный для потребителя. Но сейчас растет огромное количество людей, ну, вот, класс людей, которые исповедуют или стремятся к осознанному питанию, и мы вот этому тренду будем, конечно, отвечать тоже в той продукции, которую мы делаем для потребителя. Вот смотрите, вы не скрываете, что вот ваш СТМ – это ваш СТМ, но есть ритейлеры, которые, скажем так, не заявляют о том, что вот их марки – это их марки. То есть, ну, просто появился бренд, вот поставили на полку, ну, собственно, смотрите. Что можете сказать вот в защиту вашей, скажем так, линии поведения, что вот вы отвечаете за свои марки? Чем это хорошо? И почему это хорошо для ваших клиентов? Мы верим в то, что у некоторых ритейлеров есть стратегия так называемых фантазийных брендов, когда они создают огромное количество, ну, там, десятки, сотни торговых марок, которые мимикрируют под товаропроизводителя. Мы не боимся за репутацию наших брендов, поэтому их очень мало. Мы, наоборот, считаем, что зонтичный бренд, у которого есть репутация качества, позволяет увеличивать продажи за счет того, что наш потребитель или наш покупатель, профессиональный клиент, доверяет тому качеству, которое стоит под наименованием Метро или вот даже товар первой цены Ара. Мы иногда не можем сделать самый дешевый продукт на рынке, потому что наши требования качества, они, ну, имеют некую нижнюю планку, ниже которой мы не ходим. Во-первых. Во-вторых, мы честно пишем на упаковке, что внутри. И если продукция содержит там растительные жиры, мы об этом пишем не мелким шрифтом, чтобы никто не заметил, а прям вот крупно, да, то есть достаточно, чтобы не вводить потребителей в заблуждение. То есть вот это вот честное отношение к качеству, все наши внутренние процессы, которые это обеспечивают, и соответствующее позиционирование, дают потребителю гарантию того, что то, что они купят под этой маркой, будет им понятно и предсказуемо. Поэтому мы делаем мало брендов, но с широким ассортиментом. Ну, вот вы уже сказали так отчасти про ЗОЖ, то есть про то, что люди следят за тем, что они едят. Еще такая важная тема, которая немножко соприкасается, это устойчивое развитие. Вот как ваши марки соответствуют критериям вот того, что принято называть концепцией устойчивого развития? Первый пункт я уже упомянул, это наша политика по здоровому питанию, назовем ее так. Снижение сахара, снижение соли – это элементы нашей политики по устойчивому развитию, по заботе о здоровье людей. Второй аспект – это все, что связано с материалами, которые используются в упаковке. Мы работаем с производителем для того, чтобы максимизировать использование перерабатываемой упаковки. Причем интересно, что
в разных странах и даже регионах степень перерабатываемости упаковки зависит от возможностей и наличия, собственно, перерабатывающих предприятий, инфраструктуры. И требования, например, европейские, западноевропейские могут отличаться от требований, которые мы предъявляем здесь в России. То есть мы это все адаптируем. И третье – это эффективность. Как это ни странно, но если мы будем экономить ресурсы за счет того, что мы используем упаковку на выкладку товара, из которой мы будем, так сказать, занимать меньше времени, то этот ресурс может быть потрачен на другие задачи, да, связанные с обеспечением качества, обслуживанием клиентов и так далее. И мы активно продвигаем среди наших производителей принцип упаковки готовой к выкладке, так называемый SRP или Shelf Ready Packaging. И сегодня на своем выступлении я тоже об этом рассказываю, о том, и даже показываю, что происходит с товаром, который производитель положил в логистическую упаковку и как бы закончил на этом свою миссию, да? А миссия вот supply chain в широком смысле, где начинается экономия всех ресурсов и так далее, она закончится только в тот момент, когда мы уже предоставили эту упаковку потребителю. А как много производителей готовы вот этому следовать? В целом готовы, это требует дополнительных инвестиций, и мы в диалоге с производителями находим, да, разумные инвестиции, потому что шелф-ради упаковка готова к выкладке, она не только позволяет быстро выкладывать товар, но она еще и делает товар более заметным на полке, то есть она увеличивает продажи, то есть это наш ваш интерес, это тот тоже самый вин-вин, да, то есть это интересно и производителю, и нам, да, и если мы меньше тратим времени на выкладку этого товара, это значит, что мы обеспечиваем хорошую доступность товара на полке, а значит, он лучше продается, а значит, у нас с производителем больше бизнес, поэтому это взаимный интерес, но, безусловно, мы готовы и к инвестированию, к консультированию наших производителей, потому где, как ее сделать, с каким производителем упаковки лучше связаться для того, чтобы ее сделать удобной, там, с правильной перфорацией и так далее. Что в планах, какие, может быть, еще продукты, категории, кому будете давать шансы в ближайшее время? Вот как будет развивать СТМ в ближайшие полгода, год? Ну, я уже упомянул, есть много запросов с профессиональной кухни. У нас несколько сотен продуктов в работе, идей, которые пришли из нашего общения с шеф-поварами в том, что еще можно сделать, что будет удобно для использования в профессиональной кухне. У нас много возможностей общаться с шеф-поварами. У нас есть те, кто преподает в нашей кулинарной академии Стэнфорд, есть те, с кем мы взаимодействуем на разных мероприятиях. То есть обратной связи получаем очень много от шеф-поваров, и есть прям список, и мы ищем производителей, с которыми вместе мы можем сделать такую продукцию. Это вот первое. И второе, много продукции связанной с осознанным питанием, скажем так, да, здоровое. Много будет новинок у нас в этой области в ближайшие годы. Этот план прям на несколько лет. Мы никогда не будем останавливаться, и я верю в то, что в будущем, собственно, торговые марки будут занимать все большую долю в наших продажах, потому что это голосование кошельком. Мы никого искусственно не ограничиваем, мы не принимаем решение, что у нас только, собственно, торговые марки будут продаваться. Мы просто делаем тот продукт, который соответствует потребностям наших клиентов и будет нравиться нашим потребителям и быть удобным, функциональным нашим профессиональным клиентам. Мы вам желаем удачи на этом пути. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.